Такой боец, как Завид Саменов, никогда не мог пожаловаться на отсутствие интереса к своей персоне. И дело здесь не только в его ярких победах. Добавить перцу, казалось бы, далеко не боевой обстановке, милое дело для опытного мастера. Интриги поединку Забита Самедова и Анатолия Марореску, как масло в огонь, подлил сам молдаванин. Байки довольно серьезные. Мы планировали, мы ожидали нечто такого. Я уже давал как бы интервью, во-первых, из Румынии. Боец, он молодой, очень амбициозен. Пока мы вели месяца три переговоры по поводу этого боя, он ни раз нелестно не сказывается. Не умеет, нет у него должного уважения к авторитету Забита в этом. Молодой, амбициозный, как мы называем, голодный. Вот, Забит, это уже известный, сформировавшийся боец, поэтому, ну, это, я скажу, профессиональные дела, я думаю, таким образом они пытаются до начала поединка повлиять, да, повлиять на друг друга, это опять же говорит об их опыте. Да, да, какое-то оскорбление, то есть он должен был сражением, то есть, ну, может, всегда такие вот бойцы, они хотят же, я сам, по-моему, хотел выигрывать, именитых бойцов и показывал, но не таким образом, но как-то так больше. И он тоже, я думаю, что хочет показать бой, и будет, начало будет жарко, мне кажется, потому что уже инцидент был, и будет это в начале. Преимущество румынского, это, конечно, разница огромная в весе, в росте, значит, в агрессивности, я бы сказал, поскольку ММА, бои без правил, откуда вышел румынский спортсмен, это, конечно же, это версия, это правило, которое отбирает наиболее агрессивных, наиболее духовитых бойцов. Я хочу приугадывать, но, конечно, хотелось бы, чтобы все более в разных сценах, разных, и показать бой очень яростным и красивым, и, конечно, накручивать нокаутом закончится. Забит такие выходки не прощает. И его более чем серьезный настрой перед боем – прямое доказательство наших слов. Я увидел, что у него опускается правая рука, и я жду его.